Старые люди говорили, что никогда не было так плохо на нашей земле, как в смутное время. Прервался род грозного царя. Страшный голод поразил всю державу. Умирали землепашцы, нищали воины-дворяне. Волком друг на друга смотрели бояре. И каждый проклинал нового царя Бориса. Легко поверила вся земля самозванцу Гришке Отрепьеву, что царевичем Дмитрием себя назвал. И хоть недолго Гришка процарствовал, да с его прихода вся земля в междоусобицу погрузилась. Не стало покоя никому. Кому верить и за кого воевать, каждый решал сам. Наводнили русскую землю ляхи и казаки-грабители. Трясся в Москве от страха новый царь Василий Шуйский. Стояли под Москвой войска очередных бунтовщиков. Одна была надежда у державы. От Новгорода к Москве шел славный воин, князь Михаил Скопин-Шуйский. И бежали от его полков ляхи и бунтовщики. Да недолго его звезда светила. Отравили князя на Перу из-за зависти царя Василия. А без Скопина разбил нас в пух и прах гетман Жолкевский, что Смоленскую землю забирать пришел. Приуныли бояре, царя Василия свергли, а польского королевича Владислава на царство призвали. И стали на Москве во Кремле над боярами пановать ляхи. Но не все государство московское им покорилось. То тут, то там подымались ополчения, чтобы иноземцев из страны изгнать. Но кто кого переборет, не было ясно тогда. В суровую зиму 7-го года смуты через метель пробивался человек, которому предстояло спасению нашего царства изрядно помочь. Да только об этом никто еще не знал. Юрий Дмитриевич! Тут двор постоялый был неподалеку. Люди добрые! На помощь! Слышишь? С кем-то беда приключилась. Грех мимо пройти. Алексей, подожди меня здесь, я сейчас. Шавки облезлы. Все, думал, сожрут меня. Спасибо тебе.
Ну что, живой? Повезло тебе, что дерево подходящее нашлось. Живой, живой. Порох у меня отсырел. Без тебя не... Ну раз живой, так уж назовись. Я Кирша, вольный казах и сам себе господин. А теперь и ты назови себя. Я Юрий, из бояр Милославских. Спасибо тебе, боярин. Не забуду я тебя. Ладно, теперь жилье бы найти. А то так замерзнуть недолго. Здесь двор постоял недалеко. Там и помощь найдем, и согреемся. Раз уж нам вместе дорога лежит, скажи, боярин, за кого стоишь? За кого? Ну, за Бога и за царя истинного. Много сейчас царей. В Москве королевича польского ждут. И мой приемный отец, боярин Кручина, на том стоит. А значит, и я с ним. А зачем нам ляжский королевич? Державе нужен сильный царь, чтоб никто мутить воду не смел. Ну, с этим не поспоришь. Алексей, это Кирша, вольный казак. Дальше вместе пойдем. Много вольного люда ходит сейчас по Руси. Поди пойми, кто друг, а кто враг. Переночевать найдется? Поклон тебе. Чьих будешь, уважаемый? Из бояр Милославских я, Юрием Дмитриевичем зовут. Большая честь для меня. Найдем место и для тебя, и для спутников твоих. Как в округе-то? Спокойно? Ох, боярин, какое там спокойно. То ляхи наедут, то разбойники набегут. А еще и зверь. Заходите внутрь. Расскажи, Кирша, где был, чего видел? Что говорить? Мат? Да, побросал. А саблю рука не забыла еще? Сейчас? Нет, ну вообще не забыла, но может поутру поразмяться можно? Надо с людьми поговорить, разузнать, что как. Ну что, боярин, не растерял за ночь охоту с саблями поиграть? С саблями я всегда рад. Руки у тебя, боярин, откуда надо растут. Слабоват после ран пока, но то дело наживное. К лету заживет. Дай бог здоровья. Да, дела. Вкладывается против него. И как назло... Эй, служба! Еды и пива! Быстро! Быстро! Все остальные прочь! Челом тебя, вашмость! Чё шумишь? Лучше пойдем с нами, угостись! Со мной пить многовато вам чести! Пошли прочь, пока батагами вас не погнал! Thank you.
А, ты? Смотрите, курва! Понял! Я тебя уб... Ну айда, спляшем! Что у вас с нашими гостями свой разговор был? Это ты хорошо сказал. Спасибо тебе за помощь. А мне пора в дорогу. Надеюсь, мы еще встретимся. Тогда ступай, да немедленно.